Дорогие друзья, позвольте мне сердечно поздравить вас с наступающим Новым годом и предстоящим светлым праздником Рождества Христова. Завершающийся год был не из легких, но важно, что все это время наши народы ощущали взаимную поддержку, дружеское плечо друг друга. Вызовы, стоявшие перед нашими странами, не только продемонстрировали актуальность всемирного развития и углубления взаимодействия между ними, но и доказали, что российско-армянские союзнические отношения – это не просто слова. За ними стоят конкретные дела. Россия придает особое значение тому, чтобы армянский народ как можно скорее почувствовал себя в безопасности и смог с уверенностью смотреть в будущее. Этой цели служат те усилия, которые Россия последовательно предпринимает для обеспечения мирной жизни в зоне действия нашего миротворческого контингента, решения проблем, возникающих на армяно-азербайджанской границе, создания условий для мирного развития и процветания региона Южного Кавказа. Несмотря на все трудности, в минувшем году продолжали активно развиваться наши торгово-экономические отношения, о чем говорит выход показателей взаимного товарооборота на допандемийный уровень. Углублялись и гуманитарные связи, в том числе в сфере культуры, образования и науки. Крепли контакты между людьми. Взаимодействие на всех уровнях отличалось высокой степенью интенсивности и содержательности. Строилось на основе взаимного доверия и уважения. Уверен, что тесное сотрудничество продолжится и в 2022 году. Наступающий год будет знаковым. Наши страны отметят 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Мы вместе проделали большой путь. Много еще предстоит сделать. Убежден, что история нашей многовековой дружбы будет и далее пополняться славными страницами совместных успехов и достижений. Дорогие друзья, волшебство новогоднего праздника преображает мир, раскрывает в людях лучшие черты. У каждой семьи свои традиции встречи Нового года. Но всех объединяет атмосфера добра, тепла и заботы друг о друге. Пусть любовь и взаимопонимание не покидают ваши семьи, сплачивают поколения и помогают преодолевать любые трудности. Новый год уже стучится в наши двери. Пожелаем друг другу здоровья, терпения и стойкости, а также простого человеческого счастья. А нашим странам мира и процветания. С Новым годом!